Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим Fallout 4, блядь. Я не могу сдержать эмоций, на самом деле, я ждал эту игру очень-очень долго. Я большой фанат Fallout, начиная особенно с третьей части. Моя любимая часть Fallout New Vegas, как вы знаете, мои подписчики, которые со мной уже довольно давно, ну хотя бы с прохождением Fallout New Vegas. Да, начать новую игру, я попробовал. Мне понравилось. Играем на минималке, средней. Короче, на минималке потянет у всех, у кого есть хотя бы видеокарта на 2 гига. Это одно единственное требование, которое прям, ну, очень надо. Очень. Поехали! Первая эмоция, которая у меня была, вот, когда я зашел в игру, черт возьми, так это ж Скайримчик. Это две моих любимых игры в одной. Да, черт возьми. Bethesda Game Studios. Fallout 4. Класс. Ладно. Теперь давайте серьезно. War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. Beep-boy, I did not. In the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Опять началась война. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. 2077 год. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war. War never changes. У меня мурашки бегают по всему телу табунами. Война, война никогда не меняется. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hun. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Что ж, пока на рандоме выберем какое-то более попрезентабельнее лицо. Да, вот этот мужчина достоин, чтобы выжить в пустошах. Так, я уже тут немножко определился именно, ну, как бы, как тут все работает, да? Так, давайте выберем что-то такое посерьезнее. Это будет серьезный мужчина, от которого пощады можно не ждать. Да-да-да, вот. I like this graph. Вот эта оборотка мне нравится.
Тупо Тревор. Тупо Тревор. Отморозок. О, да. Это наш выбор. This new haircut's really working for me. Mm-hmm. Такс. Нет, это не наш выбор. There's my strapping husband. Да, вот. Толстые и редкие. А только уши мне еще не нравятся. Да, и уши тут можно тоже поменять. Во! Вот это... What's different about you? Вот это наш выбор. Тыкс. Ну и конечно же глаза. Тут, как видите, можно настраивать все что угодно. Well, hello, handsome. Вот. Чтоб без этих мешков было. Цвет. Хочу побыстрее пройти редактор персонажа. Цвет будет стальной. That's the reason I said yes when you asked me out. Вот как видите, можно понастраивать, то есть все поподтягивать там. Но это не наш выбор. Так, дополнительно. Отметины, веснушки. No fucking away. А вот шрам я, пожалуй, тебе нарисую. Он собирался там выступать в клубе ветеранов. Not bad. Not bad. Вот это все убираем. Какого черта? Oh, very strapping. А, ну да, надо ж применять. Вот. Вот и вот. What do you think, hon? Все убираем. Roguishly handsome or handsomely roguish? Да. То, что нужно. Тело. Чувачок будет по... Ну, не прям, чтоб прокачанный, прям такой уж прям сильный. Ну вот. К худощавой статуре принять. Тут также мы можем выбрать женщину, но... Нет. Я буду играть за мужика, ибо... Кто я? Правильно, я мужик. Ах. Ладно, пойдем посмотрим. Начнем, пожалуй, со спальни. Заткнись, заткнись и никогда, никогда не играй. А то арабы въедут, и я вам не смогу показать этого видео. Флаг. Good old USA. Старые добрые штаты. Книжка. Книжка нечитабельна. Классный домик. Только по этим комнатам посмотреть, я бы тут жил. Шон. Судя по всему, это наш сын. Только что-то он чернокожий. Не. Нормально, это просто свет так падает. А я уже хотел пойти ее и убить. Ну ладно. Ладно, отдыхай, малыш. Картиночки. Коробка от робота. Хэнклай, мистер Хэнклай. Как для 77-го года как-то уж слишком мало. Instamash. Макароны с сыром. Blamco mac and cheese. Expires in never. 173.5 degrees Fahrenheit. Brewed to perfection. And today's newspaper just delivered. А
ты прикольный робот, я так посмотрю. Давай-ка добавим тебе звука. Немножко. Ну как. Комикс. Grognak the Barbarian in the Jungle of the Bat Babies. My favorite. Да, комикс это круто. Чё, неплохой кофе, да? Ну молодец, робот. Значит, справляешься. О! Сразу давай. Мы там все драить. Чё там? Как дела? No. You know, I was nervous at first, but Codsworth's really good with Sean. Да? Ты доверяешь роботам? Ладно. Hun. Wow, look at you. How'd a girl like me ever get more so lucky, same. Huh? Типа... Ладно. Слышь, робот, ты мне там сына не испорть. Ладно. О, бля. Чё скажешь-то? Hey, hon. Nervous? Don't be. Everyone's gonna love the speech. Надеюсь. Чё, посмотрим телек? Can you get that? It's probably that salesman. He comes for you every day. Чё за продавец? А, флаг. Какая-то грамота. Диплом юриста. А, это она, лоер. Она юрист. Через доктор. Доктор юридических наук. Good morning. Здрасте. Доброе утро. Good morning. Isn't it? Just look at that sky out there. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Ну, так это ж хорошо, да? Ну вот, я здесь перед тобой. I'm here now. So you are. So you are. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. 111. Вся семья. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Minus your robot, naturally. Ага, in то fact, есть, кроме робота. You're already cleared ну for entrance. Ладно, я не против. It's just a matter of verifying some information. Don't want there to be any holdups in the unforeseen event of total atomic annihilation. Won't take but a moment. Да? Почему нет? Sure, let's do it. Splendid! Splendid. Now, let's see. О, наши очки спешалов. Хорошо. Сила, значит, на пятерку. Восприятие, значит, на четверку. Выносливость. Да, харизма на пятерку. Интеллект на четверку. Ловкость. Так. Надо убирать. Надо убирать. Что дает харизма? Влиять на других людей. Цены у торговцев. Количество очков опыта. Нет, это нельзя трогать. Максимального запаса здоровья. И... Ага. Оружие ВАЦ. Уберем, значит. Значит, ближний бой и сколько я могу нести, да? Ну, давай вот так вот и вот так вот. Харизмы и ловкости побольше.
потому что, скорее всего, я буду действовать в скрытности. Ну, посмотрим. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Там это уже 20 раз поменяется. Thanks again. Спасибо. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Он улыбается, кстати. Хорошая лицевая анимация. Чё там? Железяка, ты чё, не справился? Ёп, чё? Да, я пройду. Спасибо. Как дела, малыш? Two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Вот твоя игрушка. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Да, конечно. Звучит весело. Yeah, sounds like fun. Sir, Mom, you should come and see this. Codsworth, what's wrong? Чё там? Followed by, yes, followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do, oh, no. We do have, походу, началась война. That's, confirmed reports, I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. Ё-моё, это же комментатор охуел. Oh my God. We need to get to the vault. Так, now. Бьём. I've got Sean. Каждый сам за себя. Да нет, шучу. Давай быстрее. Вертушки уже тут, блин. Охренеть. Главное, держи малыша. Не отставай, не отставай. All vault participants, check in at the gate. It's absurd. I am not on the list. You don't get in. I'm going in. You can't stop me. We need to get in. We're on the list. Okay, okay. We're gonna die. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Давай, 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 давай. Good luck, man. Follow me. What's gonna happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. А этого продавца не пустили. Служба безопасности Волтек. Step on the platform in the center. Понял. Бежим. Давай быстрее. All right, that's it. Send it down. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my God! Ебана мать! На землю! На землю! Жесть какая, а? Короче, в последний момент. Как всегда. We did. Hey, huh? Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, no, we don't. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Just this way, please. Please proceed. Welcome. This way. Step over to the table. You'll need your suits before we can take you further. Thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me. See? This is our new home. Hey.
Follow me. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Welcome. Not that the others aren't great. Gone. Over there. Our home. Everything we had. My mother and father down in D.C. God, honey, what if they didn't make it? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few minutes. Just checking everyone off the list. Could you come in? The ball as well as comfortable. Prepared for the future, right? Just step in here and put your vault suit on. Что ж. Погнали. Навстречу к будущему, да? Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. Капец, как это с ребенком в криокамеру. Походу прямо так и заморозили. Жесть. Вот так и начался апокалипсис, я подозреваю, да? Что ж там случилось? Ну, тогда выпусти меня, компьютер. This is the one. Here. Вот это, сюда. У него пушка. Нет. Сука. Я тебя запомню, тварь. Я до тебя доберусь. Фак. Да какого хера? Has to be a release! Come on, come on, come on! Oh God! I'll find who did this. And I'll get Sean back. I promise. Я до него доберусь. Мало того, они украли моего сына. Oh God. Why would Vault do this? Криокамеры не работают. Рад тараканы? О, дубина. Ага, контролом приседаем. Охранный пруд. На нахер. Giant roaches? What the hell? Лут, 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 лут. Главное это лут. Надо набрать побольше всего. Служебная записка смотрителя.
Так. Зашифрованные имена. Игра? Серьезно? Пошел ты со своими играми. С раковины можно попить, это хорошо. Так, с него мясо я взял. Оу. Так, ладно. Выбрал ловкость, значит буду играть по ловкости. А, то есть я блок не могу держать, я могу только как бы парировать. О, иди сюда. Ох ты, мразь. Пошли. Да хотя, блин, в принципе, они мне фигли снесли. What happened here? Where is everyone? Что-то от них вообще... То есть одни кости. Походу много времени прошло. Левый альт для того, чтобы... Вот так вот прям. Ах ты! Сука! Мрачная. Не, это что-то... Что-то не то. Это надо за спину ваш подкрасться. О, давай попьем. Хилимся, живем. Стимуляторы. Ну все, блин. Я при оружии. Оу. Не понял. Куда делся ствол? А, вот он. Что это было вообще? Ладно, неважно. Nice. Coming back later for you. Очень сложный. Я так понял, это замок. Ранг замка. Что есть? А, тут сразу написано, что есть внутри. То есть не обязательно облутывать прямо все. Так, скамья. Патроны. Патроны — это замечательно. И больше ни черта. Терминал. Инструкция для смотрителя. Да вот, давай, открывай этот туннель. Надо отсюда выбираться. Ух ты. Прям как в тире. Ты чё? Хорошо. Хоть как в тире, но стрелять научили. Это правильно. То есть не рассказывай же. Нажмите там правую кнопку мыши для того, чтобы прицелиться, а левую для того, чтобы выстрелить. Это правильное обучение. То есть оно такое и должно быть. Хорошо, открывай. Никого вроде не вижу. Чё здесь? Отвертка, гаечный ключ. Я так понял, это мусор. Мы его брать не будем. Какие-то планшеты валяются. Can't be the only one. Hello? Anyone? О, вот так вот давай. Открывай это дерьмо. Жизнеобеспечение. Жизнеобеспечение отключено. То есть они тупо вырубили все камеры. Каллахан. Нора и Шон. Младенец.
Капздец. God. Malfunction in cryopod manual release override. То есть они все закрыты, получается. Malfunction in cryopod manual release override. Ну я понял, короче. Чё из этого не работает? Патроны. Шкаф, еще патроны. Я слышу таракана, между прочим. Что-то он какой-то это... нервный был. Is this all that's left? А это, походу, тот доктор. Хотя нет, у того был пип-бой. А вот, вот этот доктор. А вот и мой пип-бой. Да. Теперь я искатель приключений. Похоже, что мы готовы. Первый уровень. Состояние. Пистолет. Одежда. Обручальное кольцо. Да, с этим предметом я, пожалуй, не расстанусь. Ни за что. Так, ладно. Хер бы с ним. Давай, открывай это дерьмо. Пора отправляться на пустоши. Музыки все-таки включить, то есть именно музыки, так вот, чтобы она где-то там играла тихонечко. Открывай калитку. Да давай, ну. Да нет, ничего не хочу изменять. Выпускай. Да, из-за чертового Волтека у меня погибла вся семья. Так что нет уж. Спасибо. Это, я так понял, такой же загрузочный экран, как в Скайриме. Уровень, подсказки там. Ну да. Прикольная идея она. Кстати, всем понравилась именно загрузочный. О! Йо! Моделька прогрузилась. Прелестно. Только что хотел сказать про то, что понравилось именно этот прикол с модельками, которые можно покрутить во время загрузки. И вот они как раз таки это и реализовали. Глаза еще не привыкли. Как же ж оно все ярко-то. Мать твою. Что тут случилось? Ну, кроме ядерного взрыва. Скелеты полностью уже.
будто очень долго лежали просто на открытом воздухе. Кружки. Патроны. Патроны мне пригодятся. Да я в курсе, шифтом тут быстрее передвигаться. Вроде бы по этой улице мы бежали. Черт. Санчуари. Это, я так понял, поселение, да? Не мой ли это робот? As I live and breathe. Да черт возьми, это мой робот. It's really you. Ты все еще здесь, да? Codsworth? You're still here. So other people could still be alive too. But of course I'm still here. Surely you don't think a little radiation deter the pride of General Atomics International. But you seem the worse for wear. Best not let the wife see you in that state. Ты постарел, черт возьми, железяка. Where is the missus, by the way? Они ее убили. They killed her. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. Не понял. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Ты что, поломался, что ли? Short does so love that game. Чертов робот. Is the lad with you? Его забрали. He's gone. God damn it. Someone took him. Someone stole my son. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 лет. 200 years? What? Are you... Я пролежал в криосне 200 лет. The Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack. You must be fat. Все хорошо. Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Немного странный. Ну, я понял, это экспо. Специальные вопросы. Какая жесть, а? Ясно. Прекрати это. Stop it. Get to the point. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believe the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. Спасибо. Thank you, Codsworth. You're welcome. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. Ну,
Да, конечно. Right. Lead the way. Round two, sir, sir. Пошаримся по району, может, найдем чего. Подожди. Это все, что осталось от моего дома? There we go. Да. Это все, что осталось от моего дома. Тут была ванная. Эта коробка так и стоит. Наша спальня. Coming, buddy. Черт возьми, как это тоскливо, а? И машинку я, пожалуй, тоже с собой заберу. Они за это ответят. Они за это все ответят. Че это такое? Станция обслуживания брони. Это полезно, наверное. Мебель, украшения, питание, оборона, ресурсы, магазин. Ну вот, например, магазин. Что это? Что это значит? А, то есть это все для крафта? Что ли? Броня, оружие, ну вот броня, допустим. Я понял. Мы, короче, можем расстраивать этот городок. А это что такое? Можно разобрать. Ну, давайте один разберем. Ну и один пистолет разберем. А что по модификациям? Ага, вот так вот. Типа можно улучшать пушки. Смотрю, модифицировать можно довольно много. Ладно. Посмотрели. Пока что круто. Радио включать не будем. Хотя вряд ли там что-то играет. Ха. Нет, все-таки что-то играет. Черт. Это все ужасно и очень-очень тоскливо. Компас внизу. Кстати, теперь Скоремен был наверху. Че там нашел-то? Ага, то есть ты даже дутней тут развалил. Ну ты дракон вообще. Ты хорошо придумал. Американский флаг. Заберем с собой. На память. Hey, Codsworth. Но? The Mrs. and young Sean. Трата времени. Happy? This whole thing was a waste of time. I only wanted to help, sir. But maybe you could try Concord. I've seen people in that area, and they're only slightly heavily armed. Спасибо. Thanks for your help, Codsworth. Good luck, sir. You'll find young Sean. I know you will. I shall remain. Чем мне может помочь эта железяка, да? Просто пойдем. Куда-нибудь пойдем.
Тут лутация, я так понял, бесполезна. Так, а чё тут с картой, собственно? Ага, то есть куда-то туда пойдем, да? В ту сторону. Должна быть какая-то переправа, по идее. А, мост. Мост. Пойдем по мосту. Я думаю, пушку стоит подготовить. И сделать, пожалуй, сейф. Осколочная граната. Бросить гранату или мину. Зажмите левый Alt. Понял. Ага, то есть кобуры все-таки нет. О! Ломик. Собачатина. То есть это тут такие собачки, да? Гладкоствольный пистолет. Так, ну давай посмотрим. 18-13. Ломик, граната. Это все, конечно, неплохо, но я ж, по-моему, броню подбирал, да? О, комбез бродяги. О, теперь я бродяга. Что ж, пойдем. А, это пес. Пёсик. Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? Пойдем со мной. You wanna come with me, pal? Okay then. Let's stick together. Да? Пойдем, пёсик. Пойдем посмотрим, что тут есть вообще. Смотрю, эти верстаки есть на каждом углу, да? Что там такое, пёсик? Собираем. О. Чё тут? О, тайник с крышками. Терминал. Деловые записки или записи. Новое оборудование. Читать я это все не буду. Уже сам для себя почитаю, когда начну новую игру. Просто хочу вам показать как можно больше. Ой, блин. Смотреть, сколько тут всего, да? Ну ладно. Давайте посмотрим последнюю запись. Да и все, пожалуй. Это как-то скучно. Психа. Заберем. Чё за бавка? Пойдем дальше. Чудо клей, зажигалка. В комоде ни хрена. О, пачки сигарет. Смотрите, она тоже шкирится. Класс. Мне нравится. Чё там? Ух ты, ё! Что за паника? Что тут вообще произошло? Пёсик. Пёсик, ты меня не предупреждал, что тут такое дерьмо. О, ядер-кола. Так, а тут умывальника случайно нигде нету? По идее, должен быть. Это же заправка все-таки. Тут должна быть параша.
Хоть какая-то, хоть на улице. Ага. Ну да, в принципе. На таких вот штуках, на таких вот вертелах можно готовить себе еду. Это предсказуемо. Это мы знали. А это что? Телефонная будка. Ну, судя по всему, параши тут нет. Ладно. Двинули дальше. Блин, эти кроты на меня напали, да. Опасно? Опасно, блин. Но ты, собачка, не промах. Я в тебя, наверное, пару пуль. Оно мертвое. Я надеюсь, что оно мертвое. О! Оно взлетело. О! Хорошо, что я попробовал проверить. И чертовски правильно поступил. Что это такое? Гнут. Гнус. Однозначно гнус. Так, ладно, давай. Сначала от крайнего дома, а потом уже будем углубляться. Чё тут? Первое правило после апокалипсиса. Не стесняйтесь мародерствовать. Оно им уже не нужно, а вам может пригодиться. Хотите выжить? Берите все, что плохо лежит, и все, что вам может понадобиться. Ядеркола. Наш выбор. Ментанты и психа. Блин, тут с каждого окна можно отстреливаться, охереть. Неужели тут будут подобные перестрелки? Так. Тут все забито. Ага, то есть не в каждый дом все-таки можно зайти, да? Только там, где... Вот как здесь вынесены окна. И то. Это только на втором этаже они вынесены. А сюда не зайти. Ладно. Мы потихонечку приближаемся к центру города. Барона. Там пальба. Без шуток, там пальба. Ненавижу городские бои. Ладно, побежали. Переходим улицу. Черт! Да подожди, я тут мародерствую вообще-то. Так. Обручальное кольцо. Панталоны. Шикарно. Кожаная броня для правой ноги, для левой ноги. Это все сразу можно одеть? О, кепка разведчика. Кожаная одежда рейдера. А, это все сразу получается, да? А вот это вот сборная. Понял. Так, ну у меня кое-какая все-таки есть одежда. А я могу вот, например, одеть костюм? Нет, не могу. Кожаная броня, значит. Это как-то так, да? Ёб твою мать. Ну, по крайней мере, я серьезный парень.
Так, ну давайте помародерствуем еще. Эй. Да уйди нахер. Мешаешься. Собака. Over here. Иди туда. Прикрывай меня. Кого я еще пристрелил-то? Тут раз, два, три, там еще один. Ну как-то я лихо их это перещелкал. Я так понял, мне нужно заходить в то здание, но я пока не хочу. Это... Блин, не пугай меня, сука. Это... Нет, это просто какой-то продовольственный магазин. Че еще? Кепка газетчика. Вот, давайте дорожную возьмем. А, дорожная, кожаная одежда. Да, вот это получше будет. Ну, такой же серьезный типчик. Мне там еще предлагали оружие поменять, да? 18 урона. Гладкоствольный пистолет по 10 урона. Двухстволка. О, 30 урона. Это оружие. Как оно называется-то? Господи. Плазменный. Или плазменный, или какое там. Мать его так. Внутрь. Музей свободы. Угу. Загрузочный экран. Что нам скажут там в Музее свободы? Тут пальба? Это ж Музей свободы, ёпта. Ё-моё! А, я понял, оно однозарядное. Блин. Я что-то слабо понимаю, откуда меня садят. Но я понимаю, что мне лучше взять... Молотов, сука! Гори, сука. Гори. Так. Won't be able to pick this. Ага. Не сможешь, да? Ну ладно, тогда мы это обойдем. Disappearing, Anta! Давай не будем. Давай сюда все. Блин, Музей свободы. Серьезно? Или там его накручивать надо, эту винтовку? Ну, у меня что-то как-то пистолет сподручнее. Терминал какой-то. А, ну да. То есть я мог тут пройти и все. Выкидной нож. Давайте пойдем посмотрим, кого я там на втором этаже прищучил. Психа в коробочке. Давай сюда свои панталоны, мразь. А как тут подняться на второй этаж? Вот это поинтереснее будет. Ну там, наверное, тоже меня с гладкоствольного пистолета этого стреляли. Бля. Давай не будем. Они хорошо валятся, кстати. Мне нравится. Ты не дергайся. Ладно? Что-то я уже там увидел прям какую-то броню нормальную. У меня такой еще не было, да? Ой, для туловища прям. Это ведь хорошо.
Одежда рейдера. Костюм бродяги. Ну, уже приоделся как надо. На вождя революции похож. Ладно. Патроны, да? 38-й. Двигаемся, двигаемся. I'm coming in there, and I'm gonna skin every last one of you. Come on, man, they ain't going no. Huh? Huh? Hearing shit. Кто? Get some, motherfucker! Блять, я в собаку выстрелил. Что-то я это занервничал аж. Come on. А, это ты мне? Тю, блин. Придурки. Я у вас чуть не пристрелил. Ну да. Откоствольный пистолет. Закрывай эту сраную дверь. Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Preston Garvey. Ты классно выглядишь, мать твоя. Ты у меня в долгу, чувак. You owe me. Yeah, sure thing. I'll give you my chest full of emeralds. Just as soon as we're out of this mess. Maybe? Nope. Продолжай. Please, go on. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. Я понял. First it was the ghouls in Lexington, and now this mess. Вы никудышные бойцы. Начнем с этого, да? Кто такие гули? Мы что, только что ж выбрались, ёпт. Мы ж нихера не знаем. Ghouls? What are ghouls? Wow. You really aren't from around here, are you? Ghouls are irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and live for a long time, but they're still just people. Я the ones понял. I'm talking about are different. The radiations rotted their brains, made them feral. They'll rip you apart just as soon as look at you. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. Прекрасно. One good idea can make all the difference. Sturgis, tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. Ну, давайте спросим, что такое силовая броня, ёпт. What makes that power armor so special? A Westech internalized servo system, that's what. Inside that baby, super is the new normal. You'll be stronger, tougher, resistant to rads, and get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Yeah, do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Да я, в принципе, и так разберусь, но миниган — это здорово. Хорошая мысль. Миниган. Now we're talking. I know, right? Only there's one hitch. The suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. Mm-hmm. Ладно, я помогу. I'll help if I can. What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement. Locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Да? Почему нет? Can't be too hard. I'll see what I can do. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Я так понял, это снайперская винтовка. Good luck. У него в руках. Но почему-то она у него с прицелом, а у меня это дерьмо без прицела. Careful, kid. There's something coming. Perfect. Давай я возьму его с собой, а? And it's... You can't just stay trapped in here.
This is ridiculous! Somebody do something! Наркоманы проклятые, отвалите от меня. Так, давай одну выбросим. Да чё, все лишние. Так, вес 1, цена 5, сопротивление урону 2. Такая же херня. Давай посмотрим, как оно выглядит. Ну, ясно, да? Мы выберем дорожную кожаную одежду. Костюм бродяги. Очки сварщика. Так, очки есть. Портупея. А оно мне надо. Противогаз, маска. Это вообще меня ни от чего не защищает просто. ВОЗ. ВОЗ. Что такое ВОЗ? Непонятно. Восприимчивость какая-то. Хер пойми. Маска противогаз. Портупея нахера. Ага, я понял. То есть портупея это вместо брони у нас. Дорожная кожаная одежда. Маска противогаз. Ну. Ну ладно, чё. Вот как-то так вот, дорогие друзья. Собственно, за 1:06 мы познакомились немножко с игрой. Я ее, пожалуй, пока сниму. Кепка газетчика, это, конечно, все очень и очень здорово, но... Ну, что-то как-то нет. М-м. О, Риддик. Ха, забавно. Рейдерская броня. Охереть. Да тут разбираться и разбираться. Ладно. Дорогие друзья, с вами был Марс. Мы посмотрели сегодня вышедшую... Сегодня, 10.11.2015, Fallout 4. Я считаю, это исторический момент. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Я обязательно залипну в эту игру, но эта игра, так же самое, как и Ведьмак, должна проходиться именно вами, именно для себя. Не смотрите ее у летсплейщиков, проходите ее для себя, потому что, ну, это игра для души, для фанатов. Если вы действительно фанат Fallout, если вы действительно фанат Ведьмака, проходите ее для себя. Не смотрите такие большие игры с сильным, без сомнения, сильным сюжетом у летсплейщиков. Проходите их для себя. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.